или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... А они просто сдохнут. Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... А они просто сдохнут.